нужно пошла. Моргать. Идите, да. А эти в какую цену? Фазаны какую цену? Молодые три пары. Окрашенные уже по 200. А эти по 1000. Куда вот горелый стоит? А вот тут вот, вот пацан стоит. Там вот две штуки, да. Белые, белые. А что тут белые? Наловился такая. Горилла вывезли почти всего. А чернохвостый какую цену? А рапс какую цену? Саня, рапс какую цену? Куда они пойдут, съемочные голуби? Птицы Кубани. Иди, а то попадешь в скрытую камеру. Мы сейчас все под скрытой камерой. Это вот и все твои, да? Такой краснорябый, вот такой мастер, вот как вот этот. А эти какую цену? 500. 500 рублей. Вот эти тоже типа там. Ну, не, вот у него такой, да, краснорябый вот этот. Да они по всем полусобрам. Да. А петухи почем? А эти какую цену?
А гораны какую цену? Птицы Кубани. Страусы. Это бойцовые сейчас. А эти в какую цену павлина сизые? Полторы пары. Ну да, он смотрит потом там. Выбирая, что надо. А потом составляет и в канал. А зерносмесь почем?
А это почем пара? Шеек. А? Конечно. Это материал, не дрова. Вот видишь, машина орехи колоть. Сильная штука. А какую цену богатые? Какие? Красные. Красноплечие? Да, да, да. Это за 500 там там. Но они не пар. Вот. Полубка побита. Тоже. А почем щука? А волнушка почем, волнушка? 300. Двухрослая, да? Молодая. Thank you.
Вещь хорошая от всех болезней. А в какую цену артамоны? По 300. Черные. А красная какую? 500 прошу. А шейка какую цену черная? 500 рублей. А желтая? Чистые по 500. От 3 до 1,5. Где у меня декорация? Поехали.